Всем привет! Сегодня у нас подъехал очередной ништяк. Вот. Тут маленечко пакетик порвался дорогой. Ну что, давайте откроем его. Скорее посмотрим, что у нас там за ништяк очередной приехал из Поднебесной. Так, значит... Оп, Телсен. Такая вот коробочка. Значит, так, тут у нас зарядное устройство с аккумуляторами фирмы Телсин. Точнее. Я уже как-то показывал вам этой фирмы ND-фильтры заказывал. Вот, сейчас у нас подъехали аккумуляторы с зарядничком. Так, тут у нас инструкция на китайском. Шнурочек. Давайте сразу посмотрим. Значит, Type-C и USB. Ну, где-то метр длиной примерно. Так, и, собственно, сам агрегат такой. Тяжеленький. Так. Что тут у нас? Пленочка, скотч. Какой-то... Прям я не знаю, как это даже назвать. Значит, что тут у нас? Разъемчик. Type-C. И открываем. Там у нас место под флешки. И, собственно, три аккумулятора для нашей GoPro-шки. Оп. О, на магнитике крышечка такая. Смотрите. Прикольно. Так, и вот здесь вот такие, чтобы не скользило, вот она не скользкая. Так, наша GoPro-шка. Где-то здесь ждет нас, ждет свой звездный час. Вот крышечку, помните, я покупал, чтобы подзарядник этот разъем втыкать, не открывая. Что, давайте вставим. Ну, для сравнения давайте сравним сначала. Значит, оригинал у нас GoPro-шка и Telsin. Вот так вот выглядит. Давайте вставим, посмотрим, что у нас будет происходить. Ставился. Включим, да? Вот. 29%. Ну, вроде не ругается, как у некоторых я видел. Пишет, что не оригинал, что-то там какое-то сообщение выдает. Тут нет такого сообщения почему-то. Так, следующий ставим. Вдруг фуфлыга придется назад отправлять. Включаем камеру.
О, 47%, 30%. Ха, как-то странно, видели, да? Ну вот, вроде 30%. Ладно. Подзарядим, посмотрим, что будет дальше. Будем наблюдать. Так, и третий. Ссылочку оставлю под видео на данный комплект. Ну, то же самое, 32%. В общем, треть, так скажем, на треть заряжена. Давайте проверим сам зарядник. Так, оригинал вставим. Все. Как помните, оригинал я могу заряжать прямо вот таким образом. Благодаря крышечке за 50 рублей. Так, GoPro-шка. Шнур мы вставим в зарядничек. Зарядничек в розеточку. И, значит, в наш этот вот бокс вставляем наши аккумуляторы. Оп, закрываем, подключаем. О, тут тоже, кстати, подсвечивается, смотрите, красивенько. Ночью будет смотреться, я думаю, очень красиво это дело. Вот, загорелись красненьким индикаторы, значит, зарядник работает. Значит, зарядник работает наш. То есть в любой момент можно достать один аккум и вставив нашу GoPro-шку. Вот. Не знаю, мне понравился, в общем, такой комплектик, ребят. Как аккумы будут по времени работать, наверное, позже добавлю в описании, вот, по сравнению с родным. В принципе, на прогулку брать и родного аккумулятора хватает. Но если вот куда-то так раз, что-то целый день поснимать, то вот такую штучку в карман положил, и уже не паритесь, что вам не хватит заряда там или чего-то. Вот. Всем пока, ребята, и до новых встреч.